Здравствуйте, дорогие гости, дорогие родители, свидетели, друзья. Ну, я, естественно, тоже не здрасте. Вот. Сегодня мы собрались в этом прекрасном месте для того, чтобы провести, скажем так, церемонию бракосочетания Руслана и Татьяны. Вот, я как бы здесь стою, мне нормально, жениху стою не очень. Наверное, папа, ведите невесту. Уважаемые Руслан и Татьяна, сегодня день вашей свадьбы. День, который станет отчетом новой, семейной, интересной жизни. Истинный союз – это не просто желание двух людей прожить всю жизнь вместе. Это слияние душ, обращенных друг к другу. Когда двое соединяются, чтобы каждый день дарить друг другу любовь и тепло и понимание. Быть бесконечно терпеливыми друг к другу. С трепетом и нежностью заботиться друг о друге. Утешать друг друга в печали и горести, так сказать, слова. И делиться радостью в минуты счастья. Ценить каждое мгновение, проведенное вместе, и приносить в свою семью гармонию и процветание. Не забывайте про секс. Дорогие невесты и жены, у вас есть то, что ищут миллионы, а обретают лишь изгнанные. Сегодня вы реально именно изгнанные. Это любовь. Именно она соединяет сердца и судьбы, мысли и стремления на пути к великому искусству семейной жизни. Это надо еще постараться, честно говоря. Жить для счастья любимого человека. То есть это, ну вот, сейчас как бы все это звучит, как бы так немножко банально, все остальное, но проходит года, и как бы и там после там, 5-10 на самом деле начинаешь понимать всю как бы, ответственность, всю сложность и на самом деле больше даже ответственность, потому что брак это очень серьезно. И сегодня в присутствии ваших родителей, свидетелей, друзей, позвольте вас спросить, является ли ваше решение вступить в союз взаимным, искренним и свободным. Прошу ответить вас, невеста. Да. О, хорошо, нормально. Прошу ответить вас, жених. Да. Ничего. Ребят, перед вами... Перед вами эти обручальные кольца. Это древний символ, обозначающий бесконечность. Через мгновение они засияют на ваших руках. Руслан и Татьяна, перед тем, как вы обменяетесь кольцами, закрепите свой союз словами любви и признания друг к другу. Аплодисменты, поддержим невесту. Клянусь, я дом построить, и в дом все деньги приноси, домой пораньше приходи, и здесь мне клятва не нужна. Дом построить только за, семейное гнездышко для тебя создать хочу я,
дом все деньги приносить, домой пораньше приходить. А как иначе? Ведь дома любовь моя. Я всегда тебе бегу. Клянусь отцом хорошим быть, нашим детям. Любить, воспитывать, играть. И времени побольше уделять. Но в этом точно клясться я не буду. Потому что это наши дети будут. Наша кровь, наша радость, наше счастье. Наше все. А все это, это ты и дети. И я вас люблю. Клянусь родителей твоих я уважаю. Маму мамой называть, тата тата. И в гости ждать всегда я их буду рад. Нет, клясться больше я не буду. Не хочу я клятвами, хорошими словами тебя я покорить. Не хочу я так. Цымбалюк Татьяна, я, Орак Руслан, стоящий в данный момент перед тобой, обещаю быть, обещаю рядом быть до тех пор, пока ты этого захочешь. Теперь каждый раз, когда вы будете смотреть на кольца, пусть вас посещают теплые, нежные воспоминания этого прекрасного дня. В соответствии с семейным кодексом Одессы мамы объявляю вас мужем и женой! Раз, два, три, четыре, пять!